Деятельность структуры в минувшем году была направлена, согласно уставу, на укрепление мира, дружбы, взаимопонимания и согласия между людьми, пропаганду и воплощение идей мира и милосердия. В 2016-м Фонд мира Республики Беларусь отметил 55-летие со дня образования Советского фонда мира, правопреемником которого является центральное событие в череде празднеств – акция «Здесь живет ветеран». На деньги Фонда мира области, а точнее 6327 рублей, были изготовлены таблички и прикреплены на дома, на двери квартир, где живут ветераны войны, фронтовики, партизаны, блокадники. Всего активистами Фонда мира вместе с активистами Советов ветеранов, организацией БРСМ и других организаций такие таблички были прикреплены на дома 1458 ветеранов. Целью этой акции было посещение ветеранов на дому, вручение им памятных сувениров, а самое главное, мы задачу ставили в том, чтобы в ходе этой акции подарить частицу радости, пускай самую маленькую. Я думаю, что нам удалось. Активное участие в 2016 году принимал фонд в реализации социальных проектов, создании безбарьерной среды, оказании помощи тяжело больным людям и медицинским учреждениям. По инициативе организации была проведена не одна благотворительная акция. В числе проектов и творческие соревнования под названием «Счастье жить в мирной стране». На средства фонда мира сейчас издается книга «Дети о мире», в которой будут напечатаны лучшие сочинения детей, участников республиканского конкурса сочинений. На поощрение победителей конкурса сочинений были выделены областным отделением фонда мира денежные средства. В 2017 году работа фонда будет продолжена и будет иметь социальную направленность. Среди приоритетных задач и привлечения новых членов в ряды организации республиканским фондом мира были поставлены задачи об увеличении численности на 20%. Однако делать это необходимо разумно, вовлекая только тех людей, которые разделяют идеи, цели и задачи структуры и готовы претворять их в жизнь.